Сегодня в нашу редакцию поступил звонок, и нам сообщили шокирующую новость. У дома по адресу Дзержинского, 16, пропали баки для раздельного мусора. Решить эту проблему под силу только настоящему детективу. Отправляемся на расследование. Расследование. Для начала нам было необходимо найти потерпевшего, исправно разделяющего мусор. И у нас это получилось. Вы разделяли мусор? Да. И убрали баки? Да. Как теперь будете? Не знаю. Будете дальше разделять? Конечно, буду. А скидывать-то придется в общий? Ну а что делать? А там разберут. Потерпевший есть, теперь дело за свидетелем. А вы жительница этого дома? Кто-то тут живет вообще, нет? Мы ведем очень серьезное расследование. Ты мусор разделял когда-нибудь? Бумагу, пластик, что-нибудь? Я никогда не разделял. Наше расследование зашло в тупик. Довольно странный дом, где происходят непонятные вещи. Но свидетели мы все-таки нашли. Баки стояли, приезжает машина и все общую машину скидывают. Все равно всю общую машину складывали, смысл разделять. А получается, что никогда и не выбрасывали раздельно? То есть приезжали машины, которые, и они все закидывали в общий бак? Ну, сколько раз видел, да. Вот это да. Итак, мусор, который нужно было разделять, никто не разделял. А теперь еще и баки увезли. Ничего не оставалось, кроме звонка последней надежды. Мы решили позвонить в обслуживающую организацию и узнать, почему же убрали баки и куда они делись. У нас такой вопрос. Здесь были баки для раздельного мусора, а теперь они куда-то делись. Их по какой причине убрали? Так, больше раздельного сбора вас не будет там стоять. То есть сначала говорили о том, что приучайтесь разделять мусор, а теперь их убрали? Да. Почему их убрали? Причина в чем? Насчет этого послал вам на уши обратиться в свою управляющую компанию. То есть вы ответа дать не можете, да? Ну, как бы управляющей компании мы дали. Дозвониться до управляющей компании нам не удалось, но мы обязательно это сделаем завтра. Раскрыть это дело сегодня нам не удалось, но мы будем продолжать. И я думаю, докопаемся до истины. Шерлок, Антон специально для программы «Вятка Тудей».